Против художников, которые изуродовали Таврическую лестницу надписями, завели уголовное дело. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Севастополю задержали троих местных жителей в возрасте от 23 до 26 лет. Им предъявляют обвинения в повреждении объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр. 24 февраля текущего года в ночное время мужчины с помощью аэрозольного баллона с черной краской нанесли надписи на перильные ограждения с балюстрадой и подпорные стенки Таврической лестницы. Своими действиями они умышленно повредили объект культурного наследия регионального значения 1952 года, подлежащий государственной охране. Один из задержанных рассказал, эту глупость они с другом совершили, когда после работы шли выпить. После этого, поднявшись на лестницу Таврическую, пока ожидая такси, я еще 4 раза нарисовал свое имя на лестнице. Также со мной находились мои друзья, которые нарисовали свои имена на стене, на таксофоне и на билборде. Я хочу попросить прощения у всего города за содеянное нами. Имел глупость пошипеть баллончиком на улице Большая Морская. Приношу всем жителям города свои глубочайшие извинения. Теперь такого больше не повторится. Задержать злоумышленников, которые испортили облик исторического центра Севастополя, стало делом чести для полицейских. Теперь подозреваемым грозит или многомиллионный штраф, или лишение свободы на срок до 3 лет.